Проект «За чи проти» на парламентському телеканалі «Рада» вітає. Будемо говорити про українське кіномистецтво. Гостем нашої студії є Валерій Степанян-Григоренко, відомий кінорежисер, актор, мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства, професор і член Національного союзу кінематографістів України. Пане Валерію, я вітаю вас у нашій студії. Давайте розмову розпочнемо, власне, з того, що буквально нещодавно було презентовано художньо-документальний фільм «Театральними шляхами Дальського». Чому, власне, взялися за цю роботу, саме вирішили працювати у такому жанрі? Я би сказав так, що у нас растет поколение, и поколение надо каким-то образом правильно воспитывать. Я считаю, что мы не должны забывать актеров, которые свое сердце, свою жизнь подарили нашей прекрасной земле Украине. И дети должны знать, что когда-то были ветераны кино, ветераны театра, потому что забывать своих предков, забывать людей, которые свое сердце подарили Украине, это, я считаю, неправильно. И поэтому, проводя разноплановые мероприятия, я сейчас практически решил сам, без государственной помощи. Я сам все приобрел, вот, нашел возможность. И я решил все-таки заниматься поддержкой ветеранов кино, ветеранов театра, ветеранов Союза писателей, люди, которые действительно свою жизнь подарили нашій. Пане Валерію, тобто, наскільки я розумію, навіть якщо ми говоримо і про виробництво українського кіно, і про підтримку ветеранів, які відомі є відомими українськими акторами, це все робиться сьогодні без державної підтримки? Да, за рахунок чого? Да. Як ви знаходите можливість, кошти, фінанси, от, підтримку, реалізовувати такі проекти? Да, я скажу так, у нас зараз практически на украинских телеканалах нет детского кино. Практически. У нас идет все время разговоры о том, что нет хороших сценариев, нет патриотических сценариев. Когда я написал сценарий «Печаль покинутого колодца», где в этом произведении пропагандируется чисто вот, духовность, культура Украины, этикет поведения, отношение к своей родной земле, отношение к своим родителям, своим преподавателям. И когда мы подали в Госкино, первый тур прошел, на втором туре они его завалили. В прямом смысле. Они не приняли это к сведению. Это просто идет лживая пропаганда, что у нас нет хороших сценариев. Я в прямом смысле говорю. Ви знаєте, це больно. Тобто так само у нас є і сценаристи хороші, да, є сценаристи, і актери хороші, і взагалом просто не вистачає грошей для того, щоб знімати хороші фільми. У нас, говорять, виділяються мільярди, мільярди на кіно. Але я вам можу відкрито сказати, що у мене лежать 5 прекрасних кіносценарій. Іменно в духовному направленні. Тому що ті фільми, які серіали зараз показують, оно уже так заелось, даже стыдно, даже честно говоря, мне, взрослому человеку, включить, посмотреть, как они пропагандируют анти. Анти, я бы сказал, они практически разлагают молодежь, в прямом смысле. Я просто смотрю, какие фильмы, понимаете, надо делать такое кино, чтобы дети все-таки потянуть немножко, чтобы они все-таки уважали свою родную землю. Тобто має бути все ж таки певна ідеологія? Разумеется, идеология должна быть. Должна быть национальная политика, потому что мы не можем лишь бы так писать, и в каждом сценарии, в каждом произведении должно быть заранее заложено воспитательный процесс этих детей, потому что мы, находясь на сегодняшний день, допустим, проводя разноплановые мероприятия, я свои силы направляю на то, чтобы дети все-таки понимали, что они не брошены, хоть они брошены. Потому что я вам скажу, что когда приходится обращаться за помощью, хотя бы мы не просим денег, просим где-то выделить нам помещение или где-то что-то, вроде люди на нас смотрят, как на сумасшедших. Действительно, мы сумасшедшие, потому что мы на ровном месте это все делаем. Для них этого непонятно. Они привыкли миллионы получать и делать, и не делать. И практически эти миллионы уходят в сторону, нет ни фильма, нет ничего. Ну, от, власне, той продукт, який ви готовляєте ви, ми вже згадали про художньо-документальний фільм «Театральними шляхами Дальського». От де представлено це кіно? От
Кому будете пропонувати? Де його можна буде побачити? Этот фильм мы будем с этим фильмом мы будем выступать во всех учебных заведениях. На сьогодні вже ведеться певний діалог, ведеться переговори. Я як автор і як режисер, я готов буду безплатно, Боже упаси, даже і слышать не хочу, дати учебне заведення, школи, пусть діти посмотрять, пусть діти любуються цією красотою. Ви ж знаєте, я вам скажу, ми ще написали хорошу там произведення, музику Шопена, там Чайковського, понимаете, очень хорошу классическую музыку, чтобы все-таки не только показать актера, но и чтобы хорошая, прекрасная классическая музыка, когда сопровождает подобные сюжеты, она просто в контексте, вот, как ансамбль получается, в хорошем смысле, вот. И пусть дети видят, как бы, знаете, вот, что был когда-то такой Дальский Владимир Михайлович, он прошел очень тяжелую жизнь, он практически вырос сиротой. И я душой вникся, потому что последних 3-4 года я был рядом с этим великим актером. Мы не берем его будущее, как у него сложилось в детстве, чем он занимался, не надо. Мы должны видеть... безпосередньо в житті знали цю людину, особисто спілкувалися з ним, підтримували його наприкінці життя, наскільки я розумію. Да, вот. И зная историю Дальского, и как он все-таки, имея две квартиры на Крещатике, и как его приемный сын практически его сдал ветеранов сцены. И он практически был брошен. И последних 3-4 года я был рядом с Дальским. Я написал сценарий «Наследники», где он должен был играть главную роль. Практически он должен был повторить свою судьбу. Ну, так случилось, что его не стало. Потом осталась жена Галина Андреевна Басанець-Дальська, которую я тоже опекал до конца ее жизни. Пане Валерію, а от яка ситуація на сьогодні із кіноветеранами, із акторами, які були доволі популярними там, в минулому столітті? В яких умовах сьогодні? Наскільки вони затребовані? Наскільки вони можуть там пропонувати свою гру, зніматися далі? От яких умовах сьогодні, по суті, вони перебувають? Чи на сьогодні все ж таки ринок вимагає вже такого сучасного актора із іншими поглядами абсолютно, там, креативну гру якусь певну? Я скажу, що многі режисери, многі актери зараз оказались не у діл. В тому плані, що вони не нужны. Они практически не нужны. Сейчас пошла какая-то тенденция каких-то фильмов, несвойственных для Украины, особенно для Украины. Мне больно это сказать, потому что я всю жизнь занимаюсь детским воспитанием, проводя много мероприятий, чтобы развить культуру, поддержать этих детей. И когда смотришь, что вокруг творится, идет пустая болтовня и пустая пропаганда в том, что мы робимо украинское кино, попиарили себе, что делаем украинское кино, показали под видом какой-то национальный фильм, пару эпизодов, все, мы робимо, возрождаем нашу национальную культуру. Пане Валерію, а от, власне, відродити цю національну культуру, українське національне кіно, ну от скільки потрібно коштів для того, щоб зняти кіно? От, наприклад, той же фільм «Театральними шляхами Дальську», наскільки я розумію, без жодних коштів державних взяти бюджет этого фильма, который мы бесплатно сняли на энтузиазме, из-за своих практически я тратил свою зарплату, мои друзья тоже практически тратили свою зарплату, этот фильм по сметную стоимость стоит 800 тысяч гривен. В прямом смысле. Где-то до 1 000 000 гривен делать полнометражный документальный фильм. С учетом это командировку, выехать. Мы выезжали в командировку, поехали там, где родился сам актер. Мы нашли там, где он жил, где учился, в какой школе. Это все-таки командировка, это ты же не один едешь туда. Все-таки съемочная группа 2-3 человека. Обычно съемочная группа, состав съемочной группы 30-40 человек. Но я обошелся 2-3 людьми, поехал, вот этот все-таки мы сняли. Тобто минимальная кількість людей с минимальным бюджетом может сделать, створить кино. Мы за свои деньги поехали, я счастлив. Я щаслив. І наскільки мені відомо, це такий цілий проект ви навіть започаткували, тобто наступною роботою буде уже привідкрити завісу життя Олеся Гончара. Да, національний... Тобто це не останній фільм, який ви відзняли. Да, Національна спілка кінематографістів, Національна спілка письменників України, писателів України, в лице Сідаржевського пана Михайла,
Вот. Мы вдвоем авторы проекта, но Государственная комиссия по премии Алеся Гончара утвердила, значит, этот проект в следующем году, к столетию, сделать более обстоятельный фильм. Потому что до этого были сняты 5 фильмов, но в этих фильмах практически нет истоки. Потому что всегда надо взять истоки актера, где он родился, где он жил. Вы понимаете, какие-то интересные минуты его жизни. Угу. То, что зрителю неизвестно. Вы понимаете, честно говоря, войти немножко глубоко. Больше... Какие-то там интересные факты из его жизни. Разумеется, да. А так у нас поверхностно снимает, лишь бы снять. Не надо поверхностно. Или надо снимать, показать, что этот человек действительно легенда. Я считаю, что Алеся Гончара — это выдатная личность, это легендарная личность, потому что он свое сердце в прямом смысле подарил Украине. И я имел честь встретиться с ее прекрасной супругой Валентиной Даниловной, где она уже дала интервью, эксклюзивное интервью. Вот, она приняла, я ей очень благодарен. Это очень прекрасная, прелестная особа. Вот, она очень мне многое рассказала интересно про Алесю Гончара. И я думаю, что к столетию, я думаю, что мы покажем этот фильм. Кроме всего, я отказался от никаких денежных вознаграждений, потому что он национальный герой. Я сделаю все для того, чтобы этот фильм вышел на экран. Дивіться, ви свою кінокар'єру розпочинали ще в минулому столітті як актор. Грали, знімалися в художніх фільмах. Сьогодні ви працюєте над документальним кіно. От, який жанр, скажімо так, вам цікавіший і в якому жанрі цікавіше працювати, легше, простіше, важче? Я вам скажу, як ви загалом на сьогодні ситуацію оцінюєте із жанром документального фільму? Как я вам скажу так, если Господь дал ума, я вот, допустим, пишу сценарий, мелодраму, детективную кинокомедию, комедию, да, вот, в принципе, допустим, мне сейчас пока интересует ветераны кино, которые действительно заслужили, как бы, того, чтобы они имеют право остаться в истории украинского киноискусства. Когда я сделаю сейчас про Алесю Гончара, я думаю, что я возьмусь уже за игровое кино. Мои сценарии я буду сам же реализовывать. Буду реализовывать и показать людям. Пусть люди посмотрят, как можно при желании, при умении делать кино. И я покажу это рано или поздно. Пане Валерію, окрім кінопроєктів і тим, що ви пишете сценарії і реалізовуєте їх в житті, ви опікуєтеся і молоддю, і говорите про те, що на сьогодні мало фільмів, дитячих фільмів. Незважаючи ні на що, ви проводите, якщо не знімаєте дитяче кіно, то проводите дитячі фестивалі. Да. От, як сьогодні все ж таки організуватися за нинішніх умов і наскільки це потрібно робити? Я вам скажу, що ви знаєте, от коли я прохожу по Києву, когда я вижу детей, в прямом смысле, вот они курят сигареты, образно говоря, ведут себя недостойно, это все того, что это говорит о том, что этими детьми надо заниматься. Потому что ребенок, он еще как пластилин, ты его можешь слепить, как ты хочешь. И если мы больше будем заниматься, проводить подобные фестивали, я имею в виду, вот у нас, допустим, академический вокал, прекрасно, инструментальное искусство. Это же прекрасно, это же классика. Мало сейчас у нас проводится, я вам скажу, академического вокала. Почему-то не уделяют внимания академическому вокалу. Эстрада везде есть, да, вот, допустим, в каждом углу, везде, всюду эстрада. А ведь самая настоящая классика – это же академический вокал. Пан Валерій, а от чи те дітей, наприклад, зніматися в кіно? Я розумію, що дитячого кіно нема, але займатися з дітьми також цікаво в цьому напрямку, готувати їх? Да, я практично... У нас есть киношкола, я с ними занимаюсь на благотворительных почти основе. Я их готовлю, этих детей, чтобы как-то... Вы достигаете еще и на благодейной такой основе. А другого выхода нет. Я вам скажу почему. Понимаете, прийти, унижить, чтобы тебя унизили, я все-таки, мне же не 15 лет. Когда ты уже прошел определенную, я бы сказал бы, школу, когда ты уже в жизни, как личность состоялся, и прийти протянутой рукой, когда в кабинете сидит 25 лет парню, который не знает, что такое земля родная, что такое дети, что такое все, вот он будет сидеть вам диктовать, как быть, как жить. Якби ви були політиком у політиці, що б ви змінили? Саме головне. Якби я був би в політиці, я, во-первых,
Во-первых, я бы начал бы с культуры. Государство, ни одно государство не может существовать без культуры. Ведь культура это носит. Вот вы, я очень благодарен телеканалу «Рада», вот вы приглашаете не первый раз. Я вам благодарен, вам, операторам. Ведь это великие люди, которые, я бы скажу, что вот вы тоже свое сердце дарите людям. Потому что все темы, которые вы задаете, это боль, это наша с вами общая боль. І це наша культура, яку потрібно відроджувати і розвивати. Я би начал, да, я би начал би з культури, я би зайшов би в села, в прямому смислі. Я би зайшов би в села з своїми заступниками, приїхав би туди, привів би цього міністра культури, туди я не боюсь їх. Я би привів би міністра культури, і ми почали розвивати прямо з глибинки села, тому що настоящая вся культура йде від села. Будемо так. Я дякую вам за цікаву розмову. Да. Нагадую, що це був Валерій Степанян Григоренко, кінорежисер, актор, член Національного союзу кінематографістів України, академік ЮНЕСКО, доктор мистецтвознавства і професор. Дякую, що були з нами. Проект «За чи проти» був на парламентському. Залишайтеся з нами і далі. Побачимось.